рабочее место Софьи Кругликовой. В 2002 году, когда Ефремов справлял в «Маяке» свой день рождения, Миша в третий раз, как в доброй русской сказке, подошел и спросил: «Ну что, выйдешь за меня замуж?» «Да», — снова ответила я, и он уже не отошел. С этого момента Ефремов меня присвоил. Сделал это абсолютно уверенно и бесповоротно. Он не ревновал меня к моим друзьям, просто не давал с ними общаться. Заполнил все мое свободное время собой. Миша обладает какой-то невероятной внутренней силой, которой невозможно было сопротивляться. «Моя и все. Посмотрим», — ответила я и пошла за ним. Праздник продолжился у Миши дома, хотя я была замужем, и по общепринятым меркам все в моей семейной жизни шло хорошо, за исключением того, что мы с Режисом жили в разных странах. Он француз, молодой, красивый. Тогдашний Миша ему внешне явно проигрывал. Это сейчас он ходит в фитнес и растит троих маленьких детей, которые способны заставить кого угодно быть молодым.